Возможность проголосовать есть и у белорусов за рубежом. В разных странах открыты 47 участков. Участок номер 720 в Германии, в посольстве Беларуси, в Берлине. Для удобства избирателей, которые приезжают голосовать из других городов, в посольстве работает и консульский отдел, чтобы люди могли даже в выходной решить свои личные вопросы. В списке избирателей те, кто живет и работает в Германии, студенты, а также отпускники или бизнесмены, которых выборы застали в деловой поездке. Любой гражданин Республики Беларусь, который в день выборов, даже еще и в день досрочного голосования, находится за рубежом, в частности в Германии, может прийти на избирательный участок, предъявить паспорт гражданина Республики Беларусь. Мы вносим его в наш список избирателей, он получает бюллетень, голосует. Мы не спрашиваем о причинах нахождения в Германии. Достаточно того, что у человека есть паспорт, и он готов проголосовать. Участок в Берлине закроется в 20 часов по местному времени, как и предусмотрено законом, после чего комиссия приступит к подсчету голосов и отправит данные в Минск.